как неделю царствовавшая русская царица чудом избежала смерти, за что хотели убить Марину Мнишек. Это история с Азаровым. Начало 17 века, смутное время. Дьяк Григорий Отрепьев объявляет себя младшим сыном Ивана Грозного. В июне 1605-го приспешники Лжедмитрия свергают Годуновых. Самозванец венчается на царство в Успенском соборе. В первопрестольную на свадьбу приезжает его невеста, 17-летняя католичка Марина Мнишек. Тот факт, что избранница русского царя иноверка, сразу бьет по репутации государя. Через неделю после венчания заговор против Лжедмитрия возглавляет князь Василий Шуйский. Самозванца жестоко убивает разъяренная толпа. Хотели расправиться и с Мариной Мнишек, однако она, будучи небольшого роста, спряталась под юбкой одной из светских дам и сумела избежать расправы. Много интриговала и все же была убита в Коломне в 1614 году.